Всем привет! С вами B16. Сегодня я вам расскажу об интересной багофиче. Если вы устали держать кнопку V нажатой для того, чтобы бежать, можно проделать следующий финт. Зажимаем V и Shift. Не отпуская, нажимаем F1. Наш персонаж продолжит бежать. Это очень удобно в тех случаях, когда нужно преодолеть большие расстояния. И тут вы встречаете врага. Отжимаете F1. Выбираете АК. Отрабатываете врагов. Повторяйте процедуру еще раз. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, вступайте в группу в Стиме, подписывайтесь на Twitch. С вами был B16. Удачи!